Ты начинай их оттуда как бы выковыривать. Вот смотри, сейчас я покажу, где они сидят пока. Вот погляди сюда. Вот. Вон, видно, она сидит на нем. Видно, нет ее? Да, да. Вот она. А он, вот он сидит. И вот сейчас я буду кричать ему, и он выйдет. Гуля, 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 гуля. Вот наблюдай. Утро сейчас. Ну, сейчас уже время много у нас. Уже 6 часов 20 минут. 4:40 встаем. Поближе сюда встань. Вот сюда вот. Чтобы как он появится. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Если он вылетит, крыльями захлопает, и она должна вылететь. И тогда мы посмотрим на голубенка. Гуля, 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 гуля. Вот какой сидит там. Ты еще сидишь-то? Вылазь. Нету? Сидит, сидит. Ну, еще я пока расскажу. Это я дикие голубей взял. У меня голуби породистые, но я их не беру. Они... Тут до этого сидел, сверлячкой болел. Я боюсь, что не заразился. Гуля, 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 гуля. А он залетел, и я его взял сюда. А тут еще был больной голубь, он его бил. Видно, что тоже самец. А потом еще залетел, он взял. Он сразу ее маленько погонял, и она перед ним легла, смирилась. Ну и вот теперь они завели семью. Такие интересные. Вот рядом, когда наблюдаешь, вот она на гнезде сидит, у них вылупился один, она на гнезде сидит, а он клювом ей голову перебирает, перебирает эти пушинки на ней, она голову сказала, вот он поднимается, гляди. Так, гуля, 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 гуля. Вот он. О, теперь смотри, она должна выскочить. Вот идет, идет. Вот так. Теперь смотри сюда. Иди сюда, ее. Гляди, где он. Вон он. Видать, нет? Да, видно. Я его не трогаю рукой, чтобы не отбить у них желание. Ну, это я все почищу сегодня. Уже большенький такой. Да, большенький теперь, все. А теперь смотри, как она его любит. Я сейчас закрою, а ты стой с одного места только. Гляди, вот она сейчас там оправляется. И как она долго в себе держит. Птица быстро оправляется, все время, часто. Почему? Потому что, чтобы облегчить свой вес. Она, у нее кости пустотелые, она легкая делается, никак. Это она утренняя гимнастика. Ей надо крылья размять. Вот она как. Все, она уже торопится назад. Давай теперь сейчас. Вот сейчас посмотри, как она будет биться туда. Они оба. Оба, ну да, крылышки. Вот сегодня у нас какое число? 22-е, наверное? Да, да, 22-е. 22 февраля 2018 года. Сегодня четверг. Последний раз Андрея Крицкого считается канон. Он на 4 счастья разбит. Все, слазь потихонечку. Теперь вот наблюдай, как она будет. Сейчас она слетит туда. Она боится, что он застынет. Нет. Вот остань сюда ближе, чтобы палочка не попадала на пути вот это вот, вертикальная. Не надо ничего говорить, просто будем стоять и смотреть. А то я один, когда очень неудобно. Я сейчас, как только залетит туда, я фонарик и сразу покажем. Вот люди могут это увидеть. Ой, голуби. А раз, нету. То есть закрыта решетка это. Она будет сейчас за решетку цепляться, прям лезть туда. Конечно, она ее поднять не может, но интересно ей. Вот сколько она тут была? Ну, несколько минут, и все. Вот, говорит, заложено в нее это, инстинкт называется. И она знает, как кормить. Может, она никогда не знала, как эти памперсы надевать. Мать учит там где-то, а их никто не учит. Молодая мама, специально курсы проходят, у матери учатся, у бабки. А это никто не учит. И она сидит, и... а у меня там парят еще три пары. Вот она, на крыше. Вот она. Видишь? Она сейчас раза три сядет, как... то... Я тогда открою туда, и как она быстро там начинает его прикрывать. Она думает, что он мерзнет. Видишь, какая? Он на помощь ей подлетел. Вот она, говорит, смотрит вниз. Вот. Как? Ну как же так, закрыто-то, почему? Она не поймет, а куда делась это? Заходить, дверь-то где? Вот сейчас взлетит, я тогда открою. Она быстро туда залетит. Она заботится. Видишь? И смотрит, и до головой дергает за каждым разом. Как... Я сейчас открою. Разрешите ко мне открыть? А, товарищи голуби.
Разрешите открыть? Вот они где. И вот сейчас она кинется туда, и мы сразу бегом за ней, чтобы показать. Все. Вот она где. Смотри, смотри, где она. Тут зайди отсюда. Вот она. Ну давай, да. Я охота поклевать. Она сидит долго. Вот она где. Давай ешь. Да красота моя. И ножки у нее там это. Я веревочку пришил. Видно, нет? Не видно? Нет. Нету. Все, неужели она слетела с ней? Нет, не видно просто. А может быть, нету уже. Вот она где. Ну все. Вон она, нет, есть. Вот она сюда пришла, собрать здесь. Ей необходимо. Она сейчас его в молоко превратит у себя. Ешь, ешь. Вот это на расстоянии, вот сейчас она сантиметров 80 от нас находится. Больше-то нету здесь. Вот она. Дикие. Все. Все, все, все. Иди корми. Пошла. Вот так. Теперь гляди внимательно. Вот она побежала скорее. Веди. Раз, все прикрыло. Вот как Господь устроил все. Все, замолк. Успела поесть, сейчас переработает это. И она кормит других. Ну все, а тесто где? Вон она сидит, наблюдает, как там все. Ну, слава Богу, благодарю. Это какой фонарик интересный. Кто-то мне дал это, не знаю, кто дал. Хороший фонарик. Это второй год и... Вот так, и теперь еще раз нажмешь, нет, один раз нажал фонарик, два раза нажал, вон какие загорелись внутри, еще занажал, еще один раз. Интересный фонарик. Ну вот сейчас сижу, занимаюсь почтой. Все на этом.